сегодня на обзор к нам попал еще один прицеп от компании TrailerBot. Прицеп изготовлен на заказ. Базовый прицеп у нас на одной оси и без каркаса, без тента. Ну вот мы установили две оси на этот прицеп, установили крылья специальные и увеличили грузоподъемность с 750 кг до 2 тонн, фактически он может вести. Оси покажу. Прицеп без тормозной системы, рессоры пятилистовые. Между рессорами в рессорной системе установлен маятник, благодаря которым просто преодолеваются какие-то препятствия, можно ездить по бездорожью и так далее. Колеса стоят 185 R14, специальные для прицепов. Ступицы оборудованы пресс-масленкой с обратной стороны, то есть их легко обслуживать, откручиваем колесо и накачиваем новую смазку. Раз в сезон это делать необходимо. Что у нас еще? Сцепное устройство у нас на 2 дюйма, подшар 2 дюйма. Сейчас оно закрыто на замочек, такой специальный противоугонный замок. Также оборудован страховочной цепью, вот с такой шаклей. Электрика у нас на вилка европейского типа в алюминиевом корпусе. 7-штырьковая. Дальше. Опорное колесо у нас складывается вдоль дышла. Можно за этот кронштейн потянуть после того, как зацепляем за автомобиль. Тянем за этот кронштейн и складываем его вдоль дышла. Очень надежный тип крепления. Колесо не теряется и, в принципе, надежное, фактически вечное. Так, ну вот у нас поворотники, стоп-сигнал, поворот, габарит и подсветка госзнака. Здесь будет госзнак. Такую соорудили дверь на трех петлях. Замок чемоданного типа со стопором. Отдельно на него ссылочку дам, потому что вещь достаточно уникальная, хорошо исполнена. Помимо того, что он со стопором, его можно еще вот сюда на подвесной небольшой замочек запереть. В дороге он в любом случае не раскроется. Вот так это все дело выглядит у нас внутри. То есть прицеп у нас оцинкованный и каркас окрашен. Такой получился прицеп. Дверь фанера. Ну, подробные технические характеристики будут в описании к видеоролику. Также можно перейти будет на сайт и связаться с менеджером и обсудить какой-то, может быть, другой вариант прицепа.